Так, 21 июля 2024 год. Еще одна видеозапись на сегодня в связи с тем, что вышел эфир Агиля Рустамзаде. Это аналитик, которую я очень рекомендую вам слушать, если вы интересуетесь в военном смысле аналитика. То есть это военный, азербайджанский. Ну, в общем-то, как помните фильм? Устроены так люди, желают знать, что будет. В общем, он не предсказатель, но тот процент совпадений, который он прогнозирует, и оно сбывается, ну, там уже как бы никакие Нострадамусы, никакие Ванги и прочие придуманные персонажи не попадают. Что хорошего? Хорошего Рустамзаде, Агиль Рустамзаде сказал, что он военный азербайджанский, я сказал, да, то есть и очень большой процент совпадений в его прогнозах. Что от 15-20 до 2 месяцев дней наступит уже та точка, когда будет паритет украинцев с россиянами на поле боя по вооружениям, по количеству огневой мощи и так далее. Я могу, то есть, ну, во-первых, то, что я могу сказать, что я вижу своими глазами, да, там под работе, ну, вот здесь у нас, и то, что я имею. Ну, как я сам себе понимаю, могу рассказать, потому что никто меня не уполномачивал. Там моя задача, когда я сейчас рассказываю, я на гражданских ориентируюсь, что гражданские. Не паникуйте, все нормально, я пытаюсь вас успокоить. Никаких там показывать положительные какие-то стороны, которые могу рассказать. А есть положительные стороны, которые я знаю, но не могу рассказать. В частности, вот тот же самый Рустамзаде в этом видео рассказал про то, что вам там нужно украинцам делать так, так и так. А я знаю, что это уже делается. Я не буду уточнять, чтобы никаких секретов не выдавать, да? Но вот как бы оно уже делается. Так что это меня радует. Еще раз возвращаемся все-таки к этому, к Агилю Рустамзаде, к его прогнозам. Он сказал, что горизонт видения у него это 45 дней примерно. Да, то есть вот осень. До 2 месяцев идет паритет, потом, говорит, вы уже даже если начнете переговоры, если вы захотите, то за гораздо более сильные позиции вы сможете их вести. Но, что мне понравилось, в чем я с ним 100% согласен, он говорит, что, ребята, не повторяйте наших ошибок, мы не смогли там на азербайджанцев. В 94 году, воюя, когда там помогали Армении, блин, и россияне, и Иран там тоже свои палки в колеса Азербайджану вставлял, то есть... Нам пришлось пойти на это там перемирие, на те условия, которые их азербайджанцы заставляли. И нам пришлось это разруливать только вот сейчас, уже в 20-е годы, да? Сейчас только с Карабахом решили вопрос военным путем азербайджанцы. И он говорит, что если вы сейчас пойдете на те условия перемирия, которые вам предлагают сейчас вот нам, то, говорит, вы вернетесь, там уже будет то же самое, что в 17-м году. Минские какие-то перемирия, они закончились тем, что через несколько лет начинается полномасштабное вторжение. И тут же то же самое. Это говорит Агиль Рустамзаде, который очень авторитетный в моих глазах аналитик, потому что его прогнозы сбываются. Как там еще есть Рамиль Юнус. Тоже азербайджанец, но он по политике. Он не по войне, он по политике. Хорошо прогнозы дает. Да. То есть... Я даже не призываю слушать меня там или Агиля Рустамзаде. Просто обернитесь на прошлое и посмотрите, сколько договоров Украина подписывала с Россией. Большой договор, договор о границе. Это все Путин уже подписывал. То, что Путин не подписывал по передаче ядерного вооружения, да, Будапештский меморандум. Россия должна была нам обеспечивать какую-то безопасность по этому меморандуму. Мразоты. Да, так вот. То есть понятно, что тяжело, я Агиль Рустамзаде говорит, и я говорю, тяжело, третий год воевать тяжело, учитывая, что, блин, нафиг, я и в 14-15 воевал, а кто-то воюет 14-15 беспрерывно, это мрак. Я вообще не военный человек, блин, нафиг, и третий раз меня в армию призывают, а ну, честно говоря, блин, не на то я свою жизнь хотел тратить. Но, вот как и я говорю, и этот Агиль Рустамзаде говорит, что надо это делать, да делать сейчас. То есть, как бы там ни было, не слушайте этих ухилянтов, которые там Тису переплывают и напоследок орут, что давайте мириться, перемирие, блин, любой ценой, блин, нафиг. Хрена с два. Это перемирие любой ценой закончится тем, что цена будет такая, не будет никакой Украины и украинцев. Нас всех переименуют в малороссов, россиян, там, я не знаю, какую-нибудь шнягу еще какую-нибудь. Понятно?
ну, кого не перебьют. Потому что я думаю, что большинство все-таки, блин, либо перебьют, либо вытеснят за границы государства. Так что нет. С Российской Федерацией надо заканчивать сейчас. И другого такого момента не представить. Если мы сейчас дадим им возможность залезать в свои раны, блин, нафиг. Они учатся быстро. Воевать они, блин, нафиг, умеют просто в силу того, что они воюют, блин, нафиг. Постоянно всю свою сраную историю, блин, Россия воюет. Да, там, начиная с захвата Казани, я считаю, начало истории России началось. И, блин, заканчивают сейчас. Все время война захватывает, пока им там горлянку не перегрызут. Там, я не знаю, как японцы там в 1905 году, да? Ну, как в Афганистане они отхватили люлей. Так что все нормально. Украинцы, мы им покажем еще. А Гиль Рустамзаде, посмотрите. То есть, он говорит о том, что уже в сентябре месяце, ну, хорошо, 2 месяца. Сегодня у нас какое? 21-е. Прибавляем там в конце сентября. Уже по прогнозом Рустамзаде, это в худшем случае, будет уже паритет, и дальше уже мы будем, у них истощается, у россиян, то есть мы пройдем как бы этот, как это, middle, середину, медиана, как же это называется, ну, в общем, Россия опускается, мы поднимаемся, и с этого момента будем уже мы выше по огневой мощи. По IQ, я думаю, там даже сравнивать нечего с россиянами, да, с утырками этими, да. Все. Хорошие новости. Очень рад вам это сообщить. Мочим пидорашиков. Всем до Украины.